Ну, тебе здесь небольшая кисть нужна, вот ты ее правильно взяла, интуитивно. Лучше вот это почище. Что сейчас делаешь? Сначала ищем с тобой красный и желтый. Почему? У них там гораздо больше пространства. То есть они занимают большую часть. Рассмотрим коричневый как ближе к красному. То есть он не синий, он тянется к теплому. Когда все станет желто-красным, мы с тобой только после этого начнем вводить какие-то другие иные синие. Сейчас ты берешь розовый, еще красненький надавишь на пару с красненьким, и им потихонечку вот так рисуночек находишь. То есть примерненько, где что находится. В местах, где чистый желтый, там, естественно, ты берешь без красноты и вот сюда отшлифовываешь. Только эти два цветика перечисляешь. Коричневого даже нет. Наверх не лезешь. Вот где ты их увидишь, там они есть. Ладно? Красненький сейчас дам. Вот этот пик коммунизма очень. Ну, пик коммунизма немножко, да. Немножко его раз там. Ты не любишь пики коммунизма. Но он очень острый. Да, у тебя острит. Да. А я люблю поострее. Ты знаешь, я сделала эту картину дома. Да? И как? Не знаю. Надо показать мне. Покажу. Белинца возьмем в серединку. Вот сюда. Смотри, в небе я хотел бы, чтобы все получалось по горизонту, вот так. Оно все-таки в целом, хоть и яркое, но такое достаточно спокойненькое, да? Можно что сделать? Еще в воду добавить краски погуще и побольше, для того, чтобы там в дальнейшем нам было проще работать. Я как бы намеренно еще увеличиваю там меру краски. Не доштриховываю, даже стараюсь ее туда сдавить. Наберешь еще, ладно? Чтобы мы могли потом что-то сделать. Не эконом здесь. Вот этот угол неправильный, там скорее тоже с отражением будет. Вот, но сейчас давай в небо выйдем. Там разбил ультрамаринчика сначала найдется. Да, я уже адрес. Вот здесь. Потом придет ультрамарин почище. Можно даже с коричневым. Нет, не чистый, с коричневым будет. Сухая краска, вштрихованная в розовый. И очень шар открывается. Вытираешь кисточку и сухой кистью вот так по краям вписываешь пятно. Ну и тональной мощности не хватает переднему плану. То есть там коричневый с голубой прямо вставь, как черно. И повыше. Отсюда. Так все прекрасно. Да. Сейчас небочком занимаешься. Когда придет ультрамарин вот сюда, ты потом еще вернешься через вытирание кисточки к розовому, с красным, с желтым, и поставишь несколько облачков вот так. Ладно? Берем теперь мастихинчик. Приятное. Но еще надо поработать с ним. Тут какие-то есть отдельно взятые, а там нет такого. Там все-таки как-то они кучкой облачка собраны. Сейчас к мастихинчику касаемся вот так. И отражение делаешь повисшим.
видишь, как хорошо, когда краска есть. Я старалась в этот раз. Вот тут с этой стороны гораздо темнее. Вот, сейчас берешь тряпочку. Помнишь, как мы деревья убирали? Да. Отдыхаешь от неба, возвращаешься к земле и выбираешь деревья. Еще маленькая кисточка нужна, которая повытягивает стволы. Можешь... деревья... Сейчас покажу. Можешь что сделать? Сначала еще мастихинчиком подбросать краски коричневой, потом вот так тряпочку скрутив. Вот я немножко начала. Ты начала, но да, еще быть потемнее. Я только начала. Да. Да. Вот если эти дальние, они более воздушные, светлые, да. А вот эти, которые впереди, темнее. Их надо темнее сделать. Угу. А вот отражение вот там. Можно пальцем, смотри, вот так вот набираешь будет. Вниз. Набрала вниз. Немножко повесить его. Что-то обширненькое. Вот, например, здесь полоски. Можно вот так пообъединить. То есть успокоить какой-то определенный кусочек. Тоже пока только вниз. Вот тут дерево будет, от которого потемнее отражение. Если что, и вот так снизу вверх можно поднимать его. Ну, с ним мы еще отдельно поработаем. Сейчас пока задача деревьев. Я сейчас маленькую кисточку принесу, которую ты будешь веточки тянуть. Ярко, правда? Не знаю, кому вырвать. Ты еще как-то старался симметрию сейчас. Нам коричневый нужен не густой, понимаешь? Чтобы на него что-то потом поверх нарисовать, ну, вот, журнальника, да? Он должен быть не сильно густым слоем установлен. Ну, так понимаю, это мысечек, да, какой-то? Ну, да. Кусочек земли. Клеился. Кхе-кхе.
И ты видишь, они так вот краснят, правда? Угу. И это им хорошо. Ничего не потеряю. Ага. Насчет надежды, это кони. Люди. Ну, да, я понял. То есть мне будет сложно, но я думаю, справимся. Надежды, наверное, были связаны с ними. Это у меня с анималистикой. Кисточкой коричневым с розовым. Сейчас. Стволов. Не столько в картинку всматриваюсь, сколько где бы его ждать. Что, поискать кисточку? Я его другую уже нашел. Там дальше они желтенькие. Отдельно, чтобы он скако останавливать его надо. Нет, прям конкретно. Коней там, а я, ну не могу я коней, вот хоть бы меня застрелить, я не могу коней. Сидеть? Всю жизнь это не мое. Вот пустая лодка, как хорошо, красиво. О, может даже такую лодку, как у Дин. Ничего не мешает. Хорошая лодка. Носик задран. Философский смысл заставляет задуматься, да? Это что? Ну,
Пока нет. Но предполагаю, что есть все шансы стать ее. Водка мне больше нравится. Прям даже душу клеит. Еще носик ей задрать. За носик имеешь? Ну да. Пускай это будет твое отражение. Ну, как хорошо, с этими конями. Проблема. Проблема, да. Ой, может тебя на привязи? Вот давай на привязи, а то что же она уплыла. Лодка на привязи, чем уход. Даже можно, вот я потом кустики на этом берегу. Могу даже. Это я могу. Действительно. Не, правда, согласись, ну, хорошо, что? Без коней. Теперь я согласен полностью с тобой. Ну, потому что, что их вымучивать, когда... А может, вот сюда? Пенек надо нарисовать. Пенек. Пеньку привязать, да. Как Венеция? Ну, пенек. Вот. Все. Привязана к пеньку. Сразу настроение у меня хорошее. Это что, кони, это жесть. Будь здорова. Будь здорова. Рисовать тут кустики или как пойдет? Не, не надо, это берег как раз вода. Да. Видишь, а, ну, убегает. Да. Отлично. Все замечательно. Все. Ты была права. Они не пошли. Ну, согласись. А согласен, да. Не должно быть пока не все. И так красиво. Скажи, какие горы вообще. Да, горы очень хорошие. Тогда ты тут посадила деревьев, ну тогда отражение тоже. Вот этим. Да, я посадила. Не надо было? Надо было, но им отразиться надо. Хотя бы немножечко, чтобы так вот произошло.
хотите? Колбаски, говорит, нарисуй. Не хочу колбаски. Это кто такой говорит? Ты так говоришь, нарисуй колбаски. А, да. Тут лошади. Лошади. Не будет лошади. Нет, колбасок не будет. Сегодня без колбасы. Островок этот очень милый. Ну, по поводу него, конечно, споров нет. По поводу него никаких споров нет. Как и планировалось.